Ларри тренинг, а не кемп. Тренинг отличается от кемпа тем, что в лагере, в кемпе все классы не зависят друг от друга. Ты можешь пропустить один класс, не пойти на другой класс, но после этого прийти на следующий класс, и все будет окей. На тренинге все простроено последовательно, и иногда, если ты утром пропустил какой-то класс, то вечером ты уже будешь не совсем к нему готов, потому что ты пропустил какую-то информацию. Вот, и с самого начала тренинга до самого конца тренинга разрабатывается программа, в самом конце тренинга финал. Но это вы узнаете, когда будете на тренинге. Почему я пришел к организации тренинга? Потому что, наверное, у нас нету тренингов, либо я про них не знаю. Есть большой опыт в организации кемпов. Но кемпы – это как, я бы сказал, это как основная деятельность, основной прокач, а тренинг – это немножко более усовершенствованная версия. Вот, и тренингов у нас нету, их стоит делать. Кроме этого, я был еще вдохновлен тренингом iMan, но я не знаю, стоит ли об этом говорить на камеру. Как я подбирал лайнап педагогов? Здесь, на самом деле, достаточно простой вопрос. У нас в Беларуси есть очень много хороших педагогов, и студенты, которые к ним ходят на обычные регулярные занятия, обычные тренировки, перестают ценить важность этого педагога, хотя у этого педагога очень много знаний. Просто он рассказывает все свои знания на русском языке. Вот. И в тренинге я хотел совместить много, не знаю, почти всех педагогов белорусских, которых хотелось бы видеть на тренинге. Это не все педагоги, но все равно. В целом люди посмотрели и увидели, что это действительно работает, что наши педагоги белорусские владеют достаточным количеством информации, и у них очень многому еще можно чему научиться. Кроме этого, на обычных регулярных занятиях педагоги не успевают отдавать всю информацию, которая у них есть в голове, а вот на таких мероприятиях, как тренинг, они могут себя показать немножко с большей, с другой стороны. И это очень интересно. А в плане зарубежных педагогов, которые к нам приезжали, здесь тоже все просто. Польшу я считаю самой прокачанной страной в Европе, в которой есть очень много танцоров, которые очень давно и очень сильно развиваются. И если ты думаешь о том, чтобы пригласить каких-нибудь сильных педагогов, которые принесут очень много знаний и информации, то это Польша.